Вас приветствует Алена Ариес. На моем канале вы всегда найдете ответы на любые вопросы и мои контакты для записи на личную консультацию. А сейчас узнайте, какая радость у вас прямо на носу. Прямо, девочки, тут какая-то радость касается либо работы, либо бизнеса. Это работа в удовольствии, это желание делать, творить. Для кого-то может быть монотонная работа, но работа, которая принесет вам либо премию, либо повышение, прибавку к зарплате, да, либо это может быть какое-то дополнительное дело. По бизнесу может быть новое направление какое-то в бизнесе. Вот. Еще здесь что может проиграться у вас? Повышение квалификации какое-то, которое тоже будет способствовать повышению вашей зарплаты. Вот, еще, девочки, вижу, я мужчина примчится к вам, но вы как-то к нему либо холодны, либо злитесь, будет добиваться. Причем неважно, далеко ли мужчина или близко, в каких вы с ним взаимоотношениях, вижу, что он к вам со страстью, с любовью, а вы к нему с мечом. То есть либо холодная, либо злая, либо обиженная. Ну, такая вы самостоятельная, хорошо стоящая на ногах девушка, а тут еще зарплату вам повысят, финансовый уровень повысится. Вот, и такое ощущение, что прям мужчина, да, вот, и не знает, как к вам подкатить, как подъехать, с какой стороны. И ни с какой, наверное, не подъедет. Не знает он как. То есть он попытается, действия будут со стороны мужчины. И самое интересное, он с серьезными намерениями, но вы как-то, может, не верите, не доверяете, может, обижены, злитесь на мужчину из-за того, что в прошлом что-то у вас было не очень хорошее. Вот. Но сейчас осознал, видите, хочет все изменить. И будут действия с его стороны. Но я так понимаю, что вас сейчас на данный момент больше статус... в работе, карьере, бизнесе интересует, чем в личной жизни. Этим будете заниматься. Вот. Но правильно, посмотрите, на что он способен, на что будет делать для вас конкретно. Да? А тогда уже принимайте решение, пустить его в свою жизнь или не пустить.